Здрасте всем, ребята. С вами Мишка Журлёв, кодоискатель. Вот тетя Люда, дядя Саша. А где мой папа? Ты выложил холодец, Юра? Сейчас мы в лесу. Скоро пойдем грибы собирать. Вот качелька. Покатаемся сейчас. Качелька, качелька. Так, качелька, качелька. Катается. Вот лесной дворик. Вот мы вот там живем, а там наши кумы. И вот так мы тут катаемся. Наша машина вот. Вот так вот все происходит. Ну, мы были 3 года назад тут были. Скажу честно. Вот. Пойду сейчас поснимаю. Вам покажу, какой тут лес. Быстро перемотай. Иди сюда. Ну, иди. Сейчас я вам пойду покажу лес, какие он только что обещал. Вот так вот. Вот лес. Вот с этого мы тропинкой приехали. И с этой будем убежать. Вот. Вот тут, да? Вот какой лес. И мы, ребята, вот машина едет скоро. Будем снимать грибы. А папа, как всегда, ваш любимый металлоискатель. Всякие металлоискатели. Ну, вы поняли. Ладно. Быстрая перемотка. Микрофон. Подписчикам привет. Куда приехали мы? В лес? Да. О, Яцкая? За грибами? Ну вот. Я уже сниму. Ну еще добавим чуть-чуть. Вот, Мери наша гуляет. Спасибо, кушай. Мери, Мери. Так, музон тут, Миша, там. Вот так мы в домике живем. Сейчас покушаем. Привет, сейчас пойдем в лес. Это была быстрая перемотка только что. Охотники за грибами. Картина, корзина, картонка. Хорошо, да? Отлично. Сейчас пойдет. Я надеюсь, что мы найдем грибы. Ну, грибы не знаю. А пляж точно найдем. Блин, тут может быть волки, да? Да. Волки могут быть, конечно. Если волк будет, он нас будет бояться. Пойдет и не будет выходить из комнаты. Да, она обратно придет. На рыбалку, Юра. Да, да, я вижу. Подписчикам привет. И банок. И звучка на поле сноска, да? Угу. Вот это. Да, да. Были. Да. Святогорск, скажу. Были тут? Да, нет. А, вы нет? Thank you.
вот так вот все. Воды было. Вот, смотри. Ну, это под дерево, наверное. Вот так вот. Вода ушла капец. Папа! Чист дожди. Компот пьем. Компот пьем. И компот тоже. Сейчас посмотрим, клюет или не клюет. Главное, чтоб клювало, клювало. Хуже, чтоб клювало. Снимал? То же самое, дай мне сюда, Мэри. Мэри. Я сфоткаю Мэри. Ну, Мэри. Ага, давай. Фоткаюсь. Жить рассказывал, что он не водит, что жить, он такой больной, что пить пипец. Сколько она простоит? Братишка Барбен. Ай. А-а-а, зеленый попугай. Батарейка. Капец. О. Сейчас подожди. Плохая батарейка. Угу. Приготовь, покажи. Масленок. Ничего себе. Вот так у нас горит. Да, да. Вот. Одетая у нас чапа. Отлично, Лянь, Михон. Все, сейчас будем ложить уже мясо. Холодненькая? Холодненькая. О. Мэри. Мэри, перестань. Мэри. Мэри. Никто ее не боится, так она нервничает. Никто не боится, да? Мэри, перестань. Да перестань. А кошка вообще? Ага. Ага. Так, а ну иди. Жарим хлебушки. Угу. И мясо. Света. Анна Яцкая, а база «Лесной дволик». Что, пап, шашлыки жаришь? Угу. Давайте посмотрим, что там. Вот это сосидроны. Вот это да. Ну, понятно. Сейчас пойдем поснимаем беседки. Вот беседка. Вот игрушки. Но я этим не занимаюсь. Мне надо заниматься ютубом. Вот. Ой, мальчик. Вот. Гном. Мэри. Сейчас посмотрит мою квартиру.
Вот. Вот тут. Варим супчик грибной. Вот так вот у нас мы живем, а вот тут все валяется. Если вам включить свет, чтобы вам было видно. О, теперь тут светло, свет горит. Сейчас еще светлее будет. И лампа зарись. Вот этот телефончик. Если что, мой номер 099-93. Я его знаю наизусть, ребята. Так, где тут качелька? Пташка. Так, мы относим вот это. Вот сюда. И мы скоро покажем вам шашлыки через 5 минут. Это у нас картошечка с грибами. Девочки, грибочки жареные. Шашлычок. Отдыхают. Не шутка. Юра, что так стрёмно, я боюсь. Вкусняшка какая. Подпишись вот сюда. На вот этот.